У семьи подполковника Пелюхно в этом году сразу два волнующих события – 10 лет в браке и получение собственного жилья. Новоселы говорят, что уже собираются покупать мебель в трехкомнатную квартиру. И так символично вот получается, что мы получаем долгожданную такую свою квартиру. Многоэтажка построена в Адлерском районе курорта. По словам новоселов, планировка квартир хорошая. Есть вся необходимая придомовая инфраструктура. Рядом детский игровой городок, спортплощадки. Активная позиция Росгвардии при поддержке правительства России позволила дополнительно изыскать более 2,5 миллиардов рублей на погашение задолженности по накопительно-ипотечной системе и обеспечение выплат жилых субсидий для военнослужащих. В строительстве жилья для военнослужащих Росгвардии помогают власти города и региона. Поздравить новоселов приехал и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Я искренне от души рад, поздравляю вас и хочу пожелать, чтобы в ваших квартирах всегда поселился мир, благополучие, ну и побольше звучал звонкий детский смех. В Сочи новоселье ждут еще более 140 семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Для создания максимально прозрачного распределения квартир в ведомстве планируют создать до конца года единый автоматизированный реестр. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.